Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как отвязать Mi Band 4 от телефона. Это видео будет полезно тем, кто хочет перенастроить свой Mi Band на другой телефон. Нам необходимо запустить программу Mi Fit. В разделе «Устройства» нажимаем на браслет Mi Band 4. И здесь опускаемся в самый низ. И в самом низу есть кнопка «Отключить». Нажимаем на эту кнопку. Далее необходимо подтвердить отключение. Идет синхронизация с браслетом и отвязка его от вашей программы Mi Fit. Отключить браслет. Отключить. Идет отключение. Все, браслет отвязан от телефона. Теперь мы его можем подключить к любому телефону. На этом все, друзья. Если видео было полезно, не забудьте поставить лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал.